подписчики и те, кто меня будет смотреть. Сегодня отчетный день, 4 неделя. Привет всем моим блогершам, девчонки, привет-привет. И все, кто в Телеграме сидит, я тоже передаю привет, если вы меня смотрите. Значит, результаты за неделю получились таковы. На той неделе, я отчитывалась, было 95 килограмм. На этой неделе, точнее, в понедельник сегодня, у меня 93 200 кило 800. Ура! Поаплодируй мне стоя. Сядьте, я шучу. Так что, ну, вообще радостное событие, конечно, потому что, ну, кило 800 у меня редко так уходит сейчас. Это для меня, конечно, вообще прям такая отдушина, прям так рада. И как-то эти килограммы, они задержатся, потом хоп, за один день и за одну ночь они прям так резко уходят. Ну, вообще круто. Спасибо тебе, мой организм, что ты меня не подводишь. Вот, так что такие вот на сегодня такие результаты. Ну, сегодня я хочу поговорить о чем? О срывах. О срывах. Меня многие спрашивают, срываюсь ли я, как мне с этим бороться, что делать, чтобы не срываться и чтобы похудеть, и как это вообще, и как мне это удалось, и вообще, что произошло. Ну, ребят, могу честно сказать, за 8 месяцев, то, что я худею, там уже 8 с чем-то, да, 8,5, я ни разу не срывалась. Вот я даю зуб. Ну, честно, срывов вообще не было. Так, чтобы встать ночью, поесть там что-то. Или так просто. Ай, да и так уходят эти килограммы. Пойду-ка я пожру. Ну, как бы не было такого никогда. Вот прямо стопор стоит вот какой-то в голове. Вот этот вот какой-то. И слава богу, как говорится, он стоит. И слава богу, действительно. Ну, вот нет. Но, девчонки, но. Есть дни рождения. Был Новый год. Но, опять. Новый год. Поела я в Новый год. Вот одну ночь я только поела, я прибавила кило 600. За одну только ночь, как получается, да? Ну и все. На следующее утро, 1 января, все. Встречай меня, правильное питание. Я пришла, твоя Ксюшечка, любимая. Вот. Но почему я это самое, как-то вот... А некоторые же как? Вот меня спрашивают, а как вот... Ну вот я вот, это же Новый год, 10 дней, блин, ну как не пожрать, да, ну как, вот я не могу остановиться. Ну это ваш выбор, значит вас, ваши близкие не поддерживают, значит большой мотивации нет, я не знаю. Я не говорю, что я прямо сверхъестественно, супер-пупер, какая я крутая, нет, просто у меня так сложилось, мой мозг перевернулся. Потом меня спрашивали, как же быть в том плане, что вот я вот не могу похудеть, да? А мне вроде так хочется. И как мне быть? В моем случае мне не хотелось худеть. У меня просто так получилось. В моей жизни произошел стресс, как вы знаете, кто смотрит меня уже давно. Произошел стресс, и просто сам организм, мозг, дал понять, что все, хватит. Все, больше некуда жрать. Ну все уже, ну девочка моя, ну уже все. Вот. И я уже поняла, что, ну да. Вот даже я говорю, что я шла к врачу, к эндокринологу, просто как в тумане. Я даже вот не помню каких-то моментов, как я пришла туда, что я там говорила. Там, ну вот не помню я это, не помню. И как-то у меня все получилось. И пошло, и слава богу. И не было бы несчастья, да не было бы счастья, да несчастье помогло. Слушайте, вот правда. И, ну, девчонки, я даже не знаю, что вам посоветовать в этой ситуации, потому что я раньше тоже худела, наверное, раза два, наверное, за всю жизнь. Это третий. Там были, наверное, сбросы, наверное, килограмм, может, по 20, по 15, вот так, больше и все. И потом, видать, мотивация пропадала, и на этом все заканчивалось, и я дальше употребляла все, что хотела, и все, что в мой... и все, что в мой рот лезло. Ну, конечно, вкусно. Ну, вкусно это было для меня: пицца, булочки, там, пельмешки с майонезом. Банты, хинкали, ну, то же самое же, да, все такое прям
Аппетитное, вкусное, смачное. Главное тесто. Вот в моей жизни было это главное тесто. Вот прям вот, вот прям как я его любила, и где-то, может, даже подсознание его люблю, но ну столько жрать. Вот, так что не могу дать точного совета, но самое главное, что мотивация может быть еще какая? Может, для кого-то. Для меня она не была никакой. Какая мотивация должна быть? Что ты можешь умереть. Это в лучшем случае. А если ты не умрешь, то ты будешь лежать в постели прикованным, будешь ссать, срать под себя. Ну, я, конечно, грубо, но это правда. Будешь лежать, за тебя никто... Ты никому не будешь нужен. Может быть, там в каких-нибудь случаях тебе подойдут, там посмотрят, а, ну еще не сдохла, ну ладно. Полежи, повоняй. Вот. Будешь, значит, будешь лежать, у тебя будет пролежни, ну ты, в общем, сдохнешь. На этом все. Но ты будешь мучиться. Ты не так просто шел-шел, взял, упал и умер. Нет. Ты будешь еще мучиться, будешь медленно умирать. Вот это все, вот это. Ну, в общем, ты будешь овощ и все. А потом ты будешь гнилой овощ. Вот это, наверное, вот это будет кому-то мотивация. Кому-то. Опять мотивация может быть, знаете, еще какая? Ты можешь сходить к доктору. Чужие люди, близких ты никогда не слушаешь. Я никогда не слушала никого, ни своих близких, никого, ни родных. Никого. Кто бы мне там начинал говорить, нет, 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 нет. Это не про меня. Вот. Ты можешь сходить к доктору, и доктор тебе может хорошо мозги вставить на место. Но если это очень хороший доктор и специалист, как правильно вставлять мозги. Вот это тоже еще вариант. Ну, я это так. Вспоминаю, что в моей голове есть вообще вот так вот варианты такие. А так, ребят, конечно, надо думать о своих детях прежде всего. Как они будут жить без вас? Как им будет, как они останутся сиротами там в каком-то возрасте, в определенном. Даже будь они взрослыми, пусть они будут взрослыми, но они будут сиротами. У них не будет мамы или папы, потому что кто-то много жрал. Вот и все. Кто-то много жрал и не смотрел за своим здоровьем. Опять же, я поняла, что если я буду ходить в спортзал, заниматься чем-то, опять я буду показывать пример своему ребенку. И мой ребенок будет знать, что вроде как надо ходить в спортзал, следить за своим здоровьем. Вот вам пример. Я думаю, наверное, это будет какая-то мотивация. Надеюсь, я вам помогла или помогу каким-то хоть советом, ну, хоть как-то что-то, чтобы вы, может быть, меня прислушаетесь, я не знаю, там. Ну, конечно, разговор такой получился грубоватый про эти всякие шкали. Но надо жестко. Я поняла, что с людьми надо жестко, потому что, ну, лапочка, зайка, ну, пожалуйста, это ничего не помогает. Ты хоть вот, ты хоть тресни, прямо убей себя или кого-то. Все, всем спасибо. Кто хлопком напугал, извините. Эмоции переполняют. Все, спасибо, всем доброе утро. Сегодня, кстати, понедельник утро. Это я такая встала, такая... Ах, с твоей стороны, да? Все, давайте, счастливая. Дуся, передай привет. Ну все. А что, ты пойдешь? Ну мы такие еще тут нечесанные, не бритые, они не подмытые. Что? А вот. Ну все, всем доброе утро, пока-пока. Ставим лайки, дизлайки. Woo!